Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». Сегодня все-таки дошли у меня руки снять небольшой обзорчик полученной бочки Абруяка. Тут вот внизу будет, как я ее распаковывал. Даже не буду там вдаваться в подробности. Первое, что хочу сказать, когда получил бочку, вот я ее уже начал вымачивать, сейчас просто слил с нее воду и решил кратенько снять. Бочка великолепная, при получении меня немножечко насторожило вот это вот темное место. Но когда начал вымачивать, оказалось, это просто, ну, видать, куда-то поставили на землю, либо на что-то, оно все отмылось. Бочка чистенькая, аккуратненькая. Подставочка сделана, ну, видите, если эта сторона сидит крепко, то, ну, здесь придется что-то подматывать, либо как-то ее крепить, потому что слетает. Высыхает и слетает. Но в целом сделано добротно, красиво, аккуратненько. Бочка, ну, мне нравится, все офигенно, все классно. Толщина клепки на бочке 19 миллиметров. Толщина клепочки. Ширина клепки. Вот горловая клепка. миллиметр. Пупу рядышком клепка. Ну там через одну. 43. Сорок шесть. В общем, больше 40, все отличная клепочка. Заливная горловина у нас 20 миллиметров. Ну, я доволен, очень доволен данного производителя. Ну, я рекомендую. Не знаю насчет того, что буду ли я заказывать еще. Наверное, буду. Сейчас я заказал еще одну бочку у Виталия Воробьева, тоже объемом 15 литров. Жду ориентировочно где-то к марту месяца. С данной бочкой для себя я решил, что я ее буду брашировать и вощить. Ну, об этом я расскажу в следующем видео. Кому понравилось, ставим пальчик вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, пообщаемся, отвечу на все ваши вопросы. Если есть желание, можно созвониться, поговорить. Спасибо, до свидания.